Славик, отойди, не мешай. Отойди, я сказала. Славик. Отойди, Славик. Ну все, 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 все. Так, я на минутку. Рот не закрывать. Ага. Славик, дядя, не мешай. Ты понял? Да. Смотри. Ага, будем удалять. Ну что вы стонете? Откройте глаза. Все уже сделано. Вот ваш зуб. Видите? Вот. Ну? А почему так больно? Ничего не больно. Так, дайте мне там. Сплюньте. Ведете себя как маленький. Постыдились бы ребенка. Да. Ваш ребенок чуть мне дырку в голове не сделал. Уйди. Ну я же извинилась. Да нет, это вы меня извините. Просто я зубных врачей с детства боюсь. Ничего страшного, нас все боятся. Особенно мужчины. Спасибо вам большое. Вот, возьмите. Агентство нестандартных личных ситуаций. А, спасибо. Угу. Так, я вам сейчас напишу свой домашний телефон. Если что, звоните. Спасибо. Агентство МЛС. Она мне говорит. Кто говорит? Она. Кому говорит? Мне. Кровать. Да. Говорит. Да. Как? Как в первый раз? Не понимаю, чем я, собственно, могу вам помочь. А как насчет небольшого ужина сегодня вечером? Да любит он вас! Любит! Он мне сам сказал «люблю». Честно? Так и сказал «люблю Варю больше жизни». Я не Варя. Я Соня. Еще раз матернешься, так по шее дам. Забудь, куда пальцы гнутся, понял? Понял. Купи свечей. Штук 100. Штук 100. Цветов корзин 20. Цветов корзин 20. Свечи расставь вокруг кровати, цветы разложи на полу. Только не розы, они колются. Колются. И все? И все, она твоя. Слушай, мать, я думаю, еще зажигалок нужно купить. Зачем? Ну ты даешь. А свеч чем зажигать? Или зажигать не надо? Я чувствую, как у меня растут рога. Глупости. Я завтра лично поговорю с вашей половиной и все пойму. У меня на адюльтеры нюх. Нюх? Родной мой, спасибо, спасибо. Дайте вас обниму и расцелую. Жду вас. Жду вас завтра. Если вы вернете мне Костика,
Я ваш. Целую нежно. Костика. Потому что холодно. Это не холод. Пусть закаляется. Да? А когда он сляжет с гриппом, ты будешь с ним сидеть? Сам закаляйся. Я не позволю, чтобы мой сын рос хлюпиком. Все. Лучше хлюпиком, чем таким неврастенником, как ты. Так, прекрати орать на меня при ребенке. Я не ору. Я нормально разговариваю. Уж если кто здесь и орет, так это ты. Отлично, значит, я во всем виноват. Ну не я же. Так, ты, конечно, ни в чем не виноват. Господи, какая я была дура. Как я могла выйти замуж за такое бревно? Жениться на истеричке тоже не самый удачный мой шаг. Ну ничего, скоро эти ошибки будут исправлены. Наконец-то мы разведем. Маша. Ну все, хватит. Закаляй этого ребенка. Лучше бы уроки с ним учить. Раз в месяц видит ребенка и закаляет. Не кричи на меня при ребенке. Господа, к вам из цирка? Даже так? Странно. Не иначе, как клоуны разбежались. Клебанов, собирайся. Очень смешно. Здрасте. Здрасте. Садитесь. Спасибо. Извините, у нас очень мало времени. Где она? Кто она? Как кто она? Ваша Лариса. А, Лариса, к тебе. Добрый день. Ну, я Лариса. А в чем дело? Очень смешно. Извините, девушка. Нам сейчас не до шуток. Где она? Да кто она? Как? Ваша кобра. И, кстати, кто из вас с ней работает? Что-то я вас не понимаю. А чего здесь понимать? Вот же написано. В связи со смертью дрессировщика продается ручная дрессированная кобра Лариса. Я не понял, вы нам змею отдаете или как? Черт с ним. Догоните, берите. Любую. А тебе и надо. Слышь, цветок жизни, сейчас тебя закапывать буду. Только тронь ребенка, я тебя сама закопаю. Добрый день. Ты смотри, какой вежливый франкенштейнчик. Это агентство НЛС? Да. Можно мне увидеть Михаила Шуйского? Мама говорит, что у папы срочное задание. Он улетает в Австралию. Бывает. Неправда. Они разводятся. Разводятся? Цивилизация в опасности. Я срочно звоню Брюсу Уиллису. Он у вас всегда такой дурак. Чего? Слав, ну это было грубо. Хорошо, прошу прощения. Совсем другое дело. Почти всегда, Слав. Понимаешь, развод – это такое дело, что… Я хочу вас нанять. И что же мы должны будем делать? Пусть они не разведутся. Это папины или мамины? А? Здравствуйте. Это Мария Сергеевна? Это Миша из НЛС. Вы только не волнуйтесь. У нас ваш Славик и ваши зубы.
уходите? Что вы? Куда? Ну, хоть чашку чая. Ну, пожалуйста, вы же нам ребенка вернули. Мне действительно пора. Ну, должна же я вас как-то отблагодарить. Ну, что ты молчишь? Спасибо. Нет слов. Действительно, спасибо. Мы же хотели, собирались в милицию звонить. Ну, как ты мог? Ой. Ничего не сказал. Взял и ушел. Что ты дерешь? Твой характерец. Ну, хоть на минуточку. Ну, пожалуйста. Ну, если на минуточку... Ай! Не подходи, не подходи. О! Позови Андрея. Чай сейчас остынет. Вот сама и позови. Он со Славиком общается. Это не он со Славиком общается. Это Славик с ним общается. Естественно, ребенок должен общаться с мужчиной. О, началась старая песня. Ты мне уже 100 раз говорила, что я плохой отец. Славик, ну что это такое? Я скоро эту приставку выброшу на помойку. Бегом давай. Сейчас. Ладно, пойдем, а то нас выкинут вместе с приставкой. Пошли. Так, Славик. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Сахар. Уезжаете? А? А, да. У Лёши командировка. В Австралию, небось. Почему же в Австралию? Ну, сейчас туда все едут, сезон. Понятно. Разводится. Что тут поделаешь? Бывает. Бывает. Жизнь так устроена. Женится и разводится. Конечно. И не наше это дело. Совершенно с тобой согласна. Это верх бестактности вмешиваться в дела семьи. Тут уж ничего не поделаешь. Мало ли что ребенок хочет. Мало еще. Подрастет, поймет. Если они друг друга любят, то не разведутся. А если разведутся, то не любят. И вообще, пытаться их помирить, это просто глупо. Но надо. Лёша, я вам уже говорила, меня никто не поцеловал. Тогда какой, извините, вам до этого дела? Вы кто? Я из агентства НЛС. Валерий Павлович, зайдите. Отлично. У вашего агентства нет других дел? Почему? У нас очень много дел. Да-да. Алексей. Что? Я вас прошу, уделите мне буквально 5 минут. Миша, вы сюда зуб пришли лечить или морали мне читать? Я не считаю вам морали. Просто обидно, когда 2 взрослых человека ведут себя как малые дети. И это говорит мне человек, который, сидя в этом кресле, верещал, как 5-летний. Так больно же. Больно? А думаете, мне не больно? Рот откройте. Думаете, мне легко? Думаете, развод – это такое счастье? Нет, я так не думаю. Но неужели нельзя обойтись без этого развода, а? Поговорить, придумать какой-то выход. Уступить, в конце концов. Вы же мужчина. Вы такая же, как она. Раз я мужчина, значит, крайний. Я не это имела в виду, Алексей. Бросьте.
Мне надоело быть козлом отпущения. В данном случае козлом отпущения является ваш сын. Чего вы хотите? Один вопрос. Вы ее любите? А что толку? Да что толку, что я его люблю? Он-то нет. Да с чего вы взяли? Миша, я устала. Я устала все время все брать на себя. Понимаете? Я все время начинаю мириться первое. А если я сейчас начну играть в объяснялки, то получится, что он прав. Господи, да какая разница, кто прав? Если Славик страдает, значит, оба виноваты. Все. Прием окончен. Хватит читать мне морали. Меня ждут другие пациенты. До свидания. Ну что ты трубки бросаешь? Миш, да не бери в голову. Мы же с самого начала понимали, что дело безнадежное. Да ребенка жалко. Да по сравнению с тобой, Зая, Дженнифер Лопес просто потанцовка в балете одноногих. О, учись у Колебанова. Как с гуся вода. Что за человек? Лишь бы назло, а. Представляете, я сейчас продюсирую одну молодую танцевальную дарованию. Ты? Ну не ты же. У нас с ней что-то было, потом перестало. Вот, я устроил ей просмотр в суперском кабаке. Так это дарование назло мне отказалось. Ну ни в какую. И работа ей нравится. Представляете? Сейчас сидит без копейки, но лишь бы мне назло. Просто представить страшно, на что способны люди, лишь бы кому-нибудь назло. Да. Да. Слышал? Да. Клебанов старый продюсер. Я не об этом. Люди многое делают, лишь бы назло. М? Клебанов? Алло? Клебанов! Да. Слушай, задание есть для тебя. Ларёк, я сегодня не могу. У меня вечером продюсирование. Сможешь, сможешь. Считай вот, что это назло мне. М? Что ты несешь? Почему этот Славик должен остаться у нее? Извини, старичок, я думал, ты в курсе? В курсе чего? Ну, это, я не юрист, но, скорее всего, ребенка остается в полной семье. А раз Маша выходит замуж... Что ты сейчас сказал? Ой, кажется, я опять лишнюю ляпну. Я так и знал. Кто он? Я не знаю. Слушай, я вообще, наверное, зря тебе все это рассказал. Леха, не выдавай меня, а? Значит, уже готова под венец. Mm-hmm. Ну, пусть сначала развод получит. Так ты ей не даешь развода? Чтобы Славик кого-то называл там папой, только через мой труп. Mm-hmm. Так а что вы на меня-то орете? Я-то здесь при чем? Могу представить, кого он там себе нашел. Нет, вы представляете? Чтобы мой Славик жил с какой-нибудь... Прости, господи. А вам-то что с того? Вы же все равно разводиться собираетесь. Да я скорее удушу его, чем дам развод. Алло, Мишаня? Клюнули оба. Ага. Нет, поубивать друг друга это может быть. А развод вряд ли. Точно. До встречи. Окей. Отлично. Ребенку лучше этого не видеть. Конечно. Я. Опять. Mm-hmm. Я этого электрика убью. Нет, я его удавлю. Осторожно. Пойдем втроем. Все веселее. Мишка, сходи, потри с ним.
Да что Мишка пойдет? Что Мишка ему скажет? Милостивый государь, соблаговолите, пожалуйста, включите электричество. Да электрик его пошлет, я сама пошлю. Да Мишка сам ему все хорошо скажет, по-мужски, да, Мишаня? Ну, в общем... Иди, иди, Маугли, там твоя стая. Клебанов, ты не помнишь, где у нас свечи? М? Вы электрик? Как ты догадался? Батюшки! Внезапный порыв. Ну, для внезапного порыва ты слишком хорошо подготовился. Всегда готов к внезапному порыву. Ларек. Лариса. Нет. Ларисочка. Слушай, твое имя в нежном варианте звучит дурацки. Ларисочка. Ужас. Ужас. Ну, давай остановимся на... Ларисе. Да, Лариса. Сегодня я посмотрел на тебя другими глазами. Неужели? Угу. Послушайте, вы уже три раза за сегодня обесточиваете наш офис. Работать невозможно. Что вы тут играете? Блюз. Да не в том смысле. Послушайте, у нас там свет погас. Может, нужно что-то делать, а? Шнур нужен. Шнур? Слушайте, я не специалист. А зачем вам шнур? Да это не мне, это тебе. Зачем мне шнур? Чтоб повеситься на нем, с горем. Вот. Ты мне очень нравишься. Я тебя. Я тебя очень, очень хорошо понимаю. Наверное, лучше, чем все остальные. Лучше всех. Вот. И что ж ты понимаешь? Все. Твою непростую женскую долю. Твои проблемы. Это у меня проблемы? Куча. Куча. Я, собственно, извиниться хотел за все. За то, что подкалываю, за кобру. Вот. Клебанов. Только не надо меня защищать, Ларек. Я же понимаю, что я виноват. Я понимаю, почему ты бесишься.
Это я бешусь? Да. А с чего это, позволь спросить, а? Твоя личная неустроенная жизнь. Это же языку понятно. Просто мне нужно быть снисходительнее к твоим комплексам. А я бью по уязвимым местам. Или вы вот сейчас прямо немедленно включаете свет, или... Или что? Что? Или начальству будем жаловаться? Да ну, начальству пугал. Валерьяночки с собой не захватил? А то мне что-то сердце прихватило от страху. Я один на четыре дома. И в гробу видел все эти четыре дома и каждую квартиру отдельно. Понял? У меня, может, вообще рабочий день закончился. Понял, 2 часа назад. А я сижу, как хрен собачий. И блюз играете. Ага. Может, я музыкант. Может, я так, друга подменяю. А вы музыкант? А что, не похож? Да нет, почему? Я сразу так подумал. Смотрю, какой хороший музыкант. Круто блюз играет. Пришел сюда. Слышь, валять? Играть. Давай. Свет будет? Угу. В конце туннеля будет. Понятно. Это значит, у меня неустроенная жизнь. Ага. Так. Слышь, ты, ёжик, а ты ничего не путаешь? Это не у меня, это у тебя комплексы и проблемы. Но у меня-то комплексов нет. Да что ты говоришь? Да. Да у тебя на лбу написано «Страх перед старостью» и «Боязнь перед импотенцией». Понял? Хочешь, я тебе скажу, на кого ты похож? Ой, вот только не надо меня ни с кем сравнивать. Я совершенно расслаблен и без комплексов. Да, да. Что ты говоришь? Ты без комплексов? Да. Да знаешь ты кто? Ты эгоцентричный, сексуально озабоченный подросток. Понял? Это я эгоцентричный, сексуально озабоченный, да? Ну что? Спасибо тебе. За музыку. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да мне уже за свет заплатили. За свет заплатили. Что? Mm-hmm. Дали 500-ку, чтобы я свет вырубил. О, привет. Здорово. Ну и куда ты вчера стерся? Мы тебя с Ларьком ждали, ждали. Долго ждали? Ну, я подождал полчаса, а потом пошел домой. А Ларек осталась. О. О, привет. 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 Салют. Мишка, ну и где ты вчера был-то, а? Мы вчера тебя с Хлебановым здесь ждали.
Не, ну мне-то надоело, я через полчаса домой поехала. А Клебанов вон здесь остался. А я вам вчера обоим целую ночь звонил-звонил. Одному и другому. Угу. Ни того, ни другого дома не было. Да ты что? Угу. Видимо, у меня с телефоном что-то. Точно. Ладно, мы поехали, нам пора. Давай. Ну ладно, Мишка, давай, мы полетели. Давай, счастливо. Счастливо. Угу. Что, сука? Маш. Ой, кто это? Это Даша, моя будущая жена. Поскольку она будет проводить со Славиком много времени, я подумал, вам надо познакомиться. Здрасте. Здрасте. Лёшкин, мы тут еще долго, я жрать хочу. А... Сейчас пойдем, мое солнышко. Mm. Извини, пожалуйста. Видишь ли, дорогой Лёша? Угу. Я скорее умру, чем позволю ребенку общаться с этим пугалом. Маш. Чего? Спокойно, спокойно, спокойно. Лёш, что? Не расстраивайся, не расстраивайся. Но она сердится, она же понимает, что ребенок будет общаться с отцом в полноценной семье. И в лучших материальных условиях. Дорогой ты мой. Да. Да, во-первых, да, у кого лучше материальные условия, вопрос спорный. А насчет семьи не беспокойся. Твоя не полноценней моей. О! Здрасте. Ванечка, дорогой. А это еще кто? Познакомься. Мой будущий муж. Ванечка, дорогой, это Алексей, мой бывший супруг. Ну, пока еще не бывший. Очень приятно. А мне-то как? Ну что, ребенок, неисполненные желания еще остались? А еще мне хочется настоящий пистолет. Тебе настоящий нужен? Да. А-а-а. Ну, навсегда не обещаю, а подержать. Ты кому звонишь? Алло, Катя, привет. Нем, ты что, с ума сошел, что ли? А в чем дело? Ты хочешь ребенку в руки настоящее оружие отдать? Ну и что? Пусть мужиком растет. Нет слов. Но если человек кретин, то это, конечно, навсегда. Чего? Ничего. Кто кретин? Скажи спасибо, что здесь ребенок, а то бы я тебе сказал. Да если бы не ребенок, я бы тебе тоже бы сказала. А ты скажи. Да много чести, чтоб я из-за такого придурка, как ты, при ребенке. Да. А вы муж и жена? Почему? Папа и мама всегда так ссорились, когда мы гуляли. Андрей, прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду так на тебя кричать. И ты меня прости. Я больше никогда-никогда не буду. Все равно разведете. Ты думаешь, наверное, что мой ребенок будет жить с этой развалиной на колесиках? Как? Кто развалина? Уж лучше так, чем с этой пугалом огородным. Это я-то пугала? Девушка, вас совесть не мучает? Пойдем. Нет, не мучает? Пошли. Она же вам об внучке годится. Пойдем. Да?
А твоя новая любовь, правнучки. Девушка, я вас поздравляю, у вас замечательный вкус, только вы его тщательно скрываете. Да что вы так напрягаетесь? Да, действительно. Я буду Славику очень хорошей мамой. Я маленьких люблю, у меня даже кролики в детстве были. Были. И куда же они делись? Вот дает, даже до таких лет и не знать, что делается с кроликами. Молодой человек. Да-да-да. Славик так на вас похож. Пойдем. Да что вы говорите? Пошли. Я, конечно, не буду возражать против ваших встреч, но согласитесь, у ребенка должен быть один отец. Согласен. Согласен. Пойдем. Ты хочешь выйти за эту реликвию? Пойдем. Я тебе развода не дам. Что? Может быть, я и реликвия, но, по крайней мере, я Машу люблю. А я стал... Подожди. Но. А я стала быть не люблю, да? Пойдем. А неужели любите? Люблю! Напоминаю тебе, что твоя любовь находится справа от тебя. Спасибо. Говорите громче. Что вы сейчас там сказали? Люблю. Чего? Хорошенькие дела. Он ее любит. Можешь сказать, что и ты его тоже любишь? Да, люблю. Но какое это теперь имеет значение? Огромное. Волшебные слова прозвучали. Иваныч, Дашка, подождите, пожалуйста, снаружи. А, подождите. Даша, это кто? Вы... Даша сотрудница наша. Как и Иваныч, впрочем. Ребята, вы сейчас признались друг другу в любви. Вы можете, конечно, опять поссориться из-за какой-то чепухи. Можете назло друг другу развестись, можете даже жить вместе назло друг другу. Но сейчас сюда поднимется мальчик лет 7, который очень не хочет иметь родню в Австралии. Такой вот странный мальчик. Счастливо. Послушай, Славик. Сынок. Есть такое дело. Ты не поможешь мне принести чемоданы тяжелые? А как же Австралия? Отменилась, как назло. Да, Маш? Да. Очень нелетная погода. Ну чё? Сейчас узнаем. Отдай. Дай. Давай сюда. Иваныч! Дай сюда. Дай сюда. Дай, дай. Дашка, держи. Эй, отдавай. Даша, помогай. Держи. Сюда, сюда. Стой. Не догоните, не догоните. Стой. 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 Иванов, отдай игрушку. Отдай. Быть богатым, чтобы квартира с женой, чтобы горел в моей пасти зуб золотой, зуб золотой, зуб. Ты смотри, и вправду музыкант. Зуб золотой, зуб золотой. I'm not afraid of the dark.
счастье и есть душевный покой, когда горит в твоей пасти зуб золотой, зуб золотой, а зуб золотой, а зуб золотой, во-во-во-во-вой, зуб золотой. Обронил кто-то. Слава Богу. А я все думаю, чем мы в этом месяце за офис расплатимся? Это судьба. Вы сейчас куда? В офис? Ага. Я заскочу в одно место и подъеду. Мне тут надо... Стой! Ну я же говорю, надо! Кошелек хозяину отдать надо! В одно место! Стоять! Держи! Стой, Клебанов! Стой! Стой!